счет того, что ребята действительно были мотивированы, то поражение, которое было абсолютно, я думаю, оставило такой неприятный осадок, да, понятно, что ребята хотели мотивироваться сегодня, и с определенным настроем, вот, то, что сам счет за себя говорит. У Паши там серьезное какое-то повреждение, у Артема тоже пока неделю надо ждать, Даню еще пока тоже. Поэтому, естественно, конечно, хотелось бы, чтобы они вернулись в Самаре, потому что Самара все-таки это, ну, принципиальный соперник для нас, потому что и сейчас я ребятам сказал, что обидное поражение 30 очков, я думаю, никто не помнит, не будет забытия, поэтому я думаю, что все вопросы на Самару. Ну, помимо Рязани, потому что первый у нас это Рязань, но и плюс еще Рязань.